Не обижай атеист-христианина. Христианин не унижай атеиста. Послушайте вместе рапсодию Ференца Листа. Поговорите о важном. О повышении цен, о свободе, ограниченной нищетою, а не законом. О прекрасных девушках, отделанных силиконом. Помните, важно друг другу не устраивать сцен. Спокойно, будто у кассы, стойте друг с дружкой рядом. Не пугайте друг друга ни страшным судом, ни адом, ни вечным огнем, ни полным небытием. У виска не крутите указательным пальцем. Любой человек обречен и рожден скитальцем. Подумайте, что полезного можно сделать вдвоем.